Джая Радхи, Джая Кришна, Джая Вриндава. Шри Говинда Гопи Натха, Мадана
Govra Madarasti, Sila Prabhupadaki, Hare Krishna, Hare Krishna. Так, сегодня мы отмечаем День Говардхана Пуджи. Это праздник, который Кришна лично проинструктировал, как надо проводить. Поэтому здесь готовится большое подношение Господу, Гирираджу. Вот. И мы обсудим сегодня 10-я песня Шримад Бхагаватам, описание этой удивительной игры. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритя. Нарам чива нароттама. Девим сарасватим ясам. Ато джая мудирае. Ашта праеша бадришу. Итья бхагавата севая. Бхагавати юттама шлоке. Бхактир бхавати наштики. Все истории Шримад Бхагаватам помогают преданному сформировать сердце или как даровать преданному необходимую квалификацию, чтобы преданный мог вместить в нее Кришну, Вриндаван, все эти трансцендентные игры Господа. И Говардхан Лила, или игра с поднятием холма Говардхана, это одна из самых удивительных игр Кришны. Даже чисто по своему впечатлению, представьте себе, держать холм на мизинце левой руки в течение 7 дней, улыбаясь при этом, да, обмениваясь любовью, играючи. Только Кришна может такие деяния делать. Поэтому Шрила Прабхупада очень часто, когда кто-то, так сказать, пытался выдавать себя за верховного, говорил, ну тогда его надо попросить поднять холм Говардхана. Как правило, да, не находилось желающих. Вот, и однажды Кришна вместе с мальчиками-пастушками, это произошло сразу после того, как мальчики-пастушки, они после этой игры, они пришли в деревню, где, или пасли коров рядом с деревней, где браманы начали готовить великое жертвоприношение. Они хотели удовлетворить Господа, получить милость Кришны. И сам Кришна пришел, прям был рядом с их деревней, пас коров. И Кришна, и мальчики-пастушки очень проголодались. И Кришна сказал, ну, пойдите попросите у этих браманов пищи. Мальчики пришли и сказали, Кришна и Баларама просят вас дать им немножко еды. На что браманы очень разозлились. Они сказали, как вы вообще так можете думать? Мы тут для жертвоприношения готовим, а вы хотите, да, съесть то, что предназначено для подношения. Вот. И так мальчики пришли ни с чем, очень расстроены. Кришна сказал, ну тогда отправляйтесь к женам. И когда жены этих браманов услышали, что Кришна и Баларама хотят принять, получить, да, какую-то пищу, они тут же схватили корзины и побежали, даже несмотря на то, что мужья там бронились и кричали им вслед. Они побежали к Кришне. Но потом мужья осознали, боже мой, мы же хотели для Кришны это все подносить. Вот сам Кришна пришел и просит у нас, а мы обусловлены этими всеми ритуалами, забыли, для кого мы это все делаем. Да, вот иногда так бывает. Люди готовят какое-то жертвоприношение для Кришны, Кришна приходит, просит их непосредственно. Они говорят, так, подожди, как бы. Тут мы для Кришны готовим, а ты тут кто такой?
так, иногда такие, да, иллюзии могут быть. Обусловленность ритуалами называется, да, то есть когда мы обуславливаемся какими-то ритуалами, правилами, предписаниями, перестаем, да, чувствовать желание Кришны, Его волю. Поэтому можем просмотреть, да, что Кришна хочет от нас, и, соответственно, это не удовлетворит Кришну. И сразу после этого в той же деревне Кришна обнаружил, что его собственный отец, а также другие пастухи, враджа, собрались совершать поклонение полубогам. Это очень удивило Кришну, конечно, он знал, что Нанда Махарадж и другие пастухи затевают, то есть они собираются отпраздновать, да, отблагодарить Индру. Вот я, мы в другом месте, да, обсуждали это в Барнауле, когда была у нас программа тоже, там как раз, не в Барнауле, а в этом, в Кемерово. Вот, мы говорили об этом, что даже сейчас до сих пор сохранилось, ну, по крайней мере, когда я был еще юношей, в колхозах была эта традиция праздника урожая. То есть после того, как урожай собирался, все, в колхозе устраивался большой фестиваль. Туда там бесплатно раздавалась пища, там, ну, всякие там квасы, не знаю, ну, вот такое. И награждали всех лучших тружеников. И как бы вот такое какое-то. И считалось, что если такой праздник урожая не провести, то в следующем году урожая не будет хорошего. Поверье было, что нужно, да, нужно совершить, но, правда, кому нужно подносить, было непонятно. Ну, для самих людей устраивали, для рабочих, для работников. Я думаю, что это какие-то отголоски тех еще, да, тех праздников, которые устраивали. И вот пастухи, они, да, также устраивали, чтобы удовлетворить полубогов. Вот Индру, Индра, главенствующий полубог, он отвечает за дожди. Организует, и если Индра будет доволен, то дожди будут идти вовремя, а если будут идти вовремя дожди, будет очень сочная трава. Вот если трава будет очень сочная, корова будет давать много молока, если будет много молока, будет процветание, овощи, то все как бы так. Поэтому мы зависим от Индры, в конечном счете. Так думали пастухи. Конечно, они были под влиянием определенной, наверное, йога-майи тоже. Да, конечно, да, так проявилось. Хотя во Вриндаване они поклоняются кому угодно, но Кришну они любят как своего сына. То есть так, как однажды Гасай Махарадж рассказал историю, как один преданный пришел в интернет-кафе, да, так назывались, в частном доме, сделали такое, поставили пару компьютеров, и там интернет, можно было прийти, выйти в интернет. Вот. И преданный вышел и услышал, что там какая-то пуджа проходит у них во внутреннем дворике дома. Вот. И он решил пойти поклониться Кришне, заходит, а там поклоняются дурги. Он так удивился и сказал: «Вы что? Как вы можете дурги поклоняться? Вот. Вы же преданные, вы же во Вриндаване живете, здесь Кришне надо поклоняться». И они слушали, так в конце концов под этим глаза они сказали: «Кришна – это член нашей семьи. Вот как мы можем ему поклоняться? Поэтому мы поклоняемся дурке». А Кришна – член нашей семьи, да. То есть, ну, это, ну, такое. На самом деле Кришна – это смысл жизни, смысл, ради чего живут, и даже ради чего они поклоняются Индре, чтобы Кришна, в конечном счете, был доволен, чтобы было много молока, масла для Кришны. Да, то есть так они, пастухи, думали. И Кришна подумал: надо преподать урок моим, да, преданным. Это не дело, что они тут устроили. И также Кришна знал, что происходит в сердце Индры. Индру иногда охватывало настроение такой некой гордости. Он великий полубог, владыка всех полубогов, или как царь всех полубогов, могущественный очень. Вот. И некоторая гордыня поселилась тоже в сердце Индры, поэтому Кришна подумал: я должен сокрушить эту гордыню. Когда преданный Кришна видит, что преданный, который занимается тем или иным служением,
и у него начинает все получаться, знаете, он такой становится как на пьедестале, да, то есть все как бы здорово. Тонкая гордыня может пробраться в сердце, и тогда Кришна устраивает Говардхан Пуджу, чтобы сокрушить гордыни. Может быть, не Говардхан Пуджу, но что-нибудь такое устраивает. У меня лично в жизни несколько раз устраивал подобные вещи. Я думаю, у каждого, наверное, предно. Вот. Вначале я был поваром, первый год сознания Кришны. И я вообще не умел готовить, меня поставили на кухню. Преданные сказали, все, с завтрашнего дня будешь поваром. Два раза в день надо готовить для завтрака и обед на 25 брахмачарий. Преданные Кришна, а как готовить, да я не знаю. Ну вот книга Кришны, там вот такая маленькая книжка Кришны, распечатанная. Я посмотрел рецепты, не продуктов, цветная капуста в то время, это был дефицит. Была обычная капуста, там какие-то цветная, брокколь. Я говорю, а что это такое вообще? Говорит, ну, это как бы такого у нас нет на рынке. И специи посмотрел, там какая-то куркума, асафетида, листья карри, там еще что-то. Я говорю, а это что такое? Ну, этого тоже у нас нет. Так из чего же готовить? Два ингредиента только есть, это все остальные 10 ингредиентов нет. И они сказали, ну, не проблема, готовь из того, что есть. Вот. А главная специя – это бхакти. Главное – бхакти добавить, и все. Так как Кришна говорит, патрам пушпам палам даям ями бхакти апраешхати. Да, то есть, если человек предложит мне листок, цветок, плод или воду, но с любовью и преданностью, я все приму. Я подумал, а где же это бхакти-то брать? Эту специю нужно еще достать. Ну, иди молись, да, к алтарю. Иди моли гуру и Кришну. Ну, пошел, да, молился. Вот, предавался так вообще, приготовил несколько ингредиентов всего, думаю, как из этого, боже, что-то вкусное приготовить, ну, приготовил, предложили, так переживал вообще, преданно вкусили, сказали, слушай, ты классный повар, а кто-то подошел даже и сказал, а рецептик можешь дать, и я так, вот, и через несколько дней уже как бы я стал профессионалом, как я думал, и уже, да, к алтарю перестал ходить. Подумал, да я же уже все умею, чего молиться-то ходить, да? И опять приготовил все, вроде столько же сыпал, как и в прошлые разы, все восхищались. То же самое сделал. Раздали преданным, все подходят и говорят, что за бурду ты сегодня приготовил, очень невозможно есть. Я такой, что? Уже самбартака, да? Где самбартака? Сейчас молнии, да, пошлю на этот... Да, то есть, так вот, да, так. Это вновь и вновь повторяется в нашей жизни, на самом деле, в духовной жизни. Или потом мы начали распространять книги, тоже не умел распространять книги. Потом научился у преданных, начал распространять, и книги пошли, и все так начали говорить, Джай Прабху, а можете рассказать, какие мантры вы говорите, когда распространяете книги? Я так уже, да, я вот такие говорю, такие, да, то есть... Потом раз, просто выхожу, и ни одной книги вообще, да что такое? И уже и мантры все говорю, и все, не работает. Кришна, да, спускаясь с небес, когда преданность слишком взлетает. На самом деле мы должны всегда себя чувствовать просто смиренным слугой. И если что-то получается, это означает, что мы просто не помешали Кришне проявить, да, гуру и Кришне проявить что-то, да, то есть мы действительно были помощниками. А если не получается, то это как раз наше ложное эго вмешалось, да, в этот процесс. Что-то, да, мы не в неправильном настроении были. Вот. Поэтому преданный, конечно, он прилагает все возможные усилия, но при этом преданный всегда должен понимать, если не будет милости Кришны, если Кришна не благословит, если не будет милости Гуру, то это просто будет сотрясание воздуха или, там, не знаю, материальной энергии, но там не будет духовного какого-то присутствия Кришны, духовной энергии присутствия. Это просто будет карма. Поэтому преданный всегда молится, даже если он суперпрофессионал. Он молится, говорит, Кришна, я абсолютно никчемный, ни на что не способный, у меня нет никаких качеств. Пожалуйста, пролей на меня милость, позволь как-то служить тебе, дай мне силы, способности. Вот это
Да, возможно, у него есть какие-то профессиональные навыки, но качество, да, качество как бы преданного, преданный всегда вот так молится. Даже возвышенные преданные мы видим, они в таком настроении находятся. Шрила Прабхупада вновь и вновь проявлял такое настроение, как вчера мы читали на борту Джаладуты, он писал, что у меня нет ни качеств, ни знаний. Да. Ну, меня назвали Бхактивиданта, и только от тебя теперь зависит, оправдаю это имя или нет. Поэтому сделай меня орудиями в своих руках, и заставь меня танцевать, заставь меня танцевать, заставь меня танцевать. Я могу лишь повторять твое послание, но от тебя зависит, попадет оно в сердце человека или не попадет. И оно пролетит мимо ушей, под ухо влетит, другое вылетит. Вот поэтому эта история учит нас именно вот настоящей преданности. Мы должны уметь зависеть от Кришны. Вот, что бы там ни было, да, всегда принимать прибежище у Кришны. В жизни будут разные потрясения. Будет греметь гром, не знаю, идти дождь, там, в общем, всякие молнии будут летать. Да, то есть разные будут ситуации жизненные. Вот. И они будут казаться непреодолимыми, как был этот дождь, который послал Индра. Да, то есть это был дождь разрушения Вселенной. Представьте себе, что можно ужаснее придумать. Это дождь, который, ну, делает потоп, чтобы сделать частичное разрушение Вселенной. Смыть вообще все планеты, как затопить все планеты. Это ужасное потрясение, это разрушение Вселенной, да, то есть это ужасное потрясение. Но даже это можно преодолеть, если предаться Кришне. Вот урок. Да. И когда человек предается Кришне, то даже океан страданий превращается в небольшую лужицу, оставленную копытцем теленка, через которую легко очень перешагнуть. Я тоже преданным рассказывал уже здесь, что первый раз я это почувствовал, когда приехал первый раз в Индию на Мадхвипа Мандала Парикраму. Я помню, какие-то проблемы были такие, мы вот то и то, вот такое вот ощущение, как будто они задавливали все эти дела, проблемы какие-то нужно было решать. Вот, ну, в сознании Кришны, конечно, мы там и храм хотели построить, нужно было и food for life, и все это поддерживать, столько таких. Сил просто не было все это тянуть, развивать, как будто. Приехали в Майяпур, несколько дней на Мадхвипа Мандала Парикрамы, и я вспомнил там, как я думаю, да что это мелочи вообще жизнь, да порешаем вообще легко, да, все это. То есть, когда есть духовная сила, то все становится очень легко. Вот эту духовную силу мы берем, когда мы принимаем прибежище у Кришны в обществе преданных. В противном случае материальная энергия, она просто поглотит человека, он не сможет выпутаться. Как бы он здесь ни дергался, ни... Это, знаете, как в болоте можно. Чем больше дергаешься, тем больше тонешь. Вот так. Поэтому это урок, это лила, она учит нас вот этому важному уроку. Здесь много уроков, это один из, наверное, важнейших уроков. Каких бы успехов мы не достигали в своем служении или в своей деятельности, нужно всегда понимать, что все это происходит по милости, да, Гуру и Кришны, и благодарить, да, их, быть просто орудием в их руках, и тогда всегда будет удача, успех и сила сделать даже невероятные какие-то действия, которые сам даже никогда бы и не смог бы даже подумать, что я могу это сделать, но могут происходить, да, удивительные чудеса. Итак, Кришна, увидев, что Нанда Махарадж и другие пастухи затеяли такое же приношение, подошел к Нанде Махараджу и начал говорить с ним: «Дорогой отец, что такое вы тут делаете? Пожалуйста, расскажи мне». Вот, и он понимал, что отец может подумать, что, ну, он маленький мальчик, что ему как бы рассказывать. И Нанда Махарадж действительно так подумал, как ему рассказать, знаете, как ребенку можно что-то сказать такое. Ну, мы просто здесь, там, не знаю, веселимся, там что-нибудь. Подробности же как не поймет, типа, да? Но Кришна проявил очень такую проникновенную мудрость. Он сказал, что на самом деле тот, кто является благочестивым человеком, он равно относится ко всем. И к хорошим, и друзьям, и к недругам. Вот. И поэтому на всех проливает благо. Поэтому, пожалуйста, не скрывай ничего, тем более, если это твой близкий или родственник, или друг. От них нельзя держать секретов,
тому же, если мы не понимаем, что мы делаем, ради чего, то тогда это не принесет каких-то хороших, да, результатов. Поэтому важно понимать, что же происходит. Поэтому, пожалуйста, расскажи мне. Нанда Махарадж, надо же, как мудрый сын. Ну хорошо, сынок, мы здесь собираемся сделать подношение Индре. Индра, он глава всех полубогов. И от него зависит, как стабильно идут дожди и вовремя. Если слишком много дождей, то все затапливается, и урожая тоже не будет хорошего. Да? То есть, если слишком мало дождей, все пересыхает, и тоже не будет урожая. Но если идет достаточное количество дождей в нужное время, будет хороший урожай. А для нас, то есть нам важно, чтобы у нас было много травы. Если будет много травы, то коровы будут очень счастливы, их вымя будет полным, у нас будет много молока, и тогда, да, у нас будет все хорошо. То есть мы зависим во всем от Индры. Кришна заулыбался и сказал: дорогой отец, в действительности Индра лишь просто выполняет, или как, исполняет последствия поступков людей. В действительности все зависит от кармы человека. То есть, если человек совершает определенное действие, то он получает определенный результат этого действия. А полубоги или какой-то верховный, так сказать, если он есть, то он просто должен исполнять волю, должен просто давать последствия действия самого человека. Поэтому дающие плоды зависят от того, кто совершает действие, а не наоборот. Поэтому какой смысл вообще ему спрашивать? Он все равно вынужден будет дать то, что вы заслужили. Поэтому человек на самом деле зависит от деятельности. Им нужно деятельность сделать своим божеством. Да, можно видеть в Индии, как они проводят пуджу, там, рикши, например, или машине. То есть, почему больше? Она кормит их. Проводят пуджу, и потом садятся и поехали. Да? То есть, это можно видеть повсеместно. Боготворят. Да. И поэтому... А мы вообще-то ващи. Ващи занимаются либо земледелием, либо банковским делом, либо занимаются торговлей, либо коровами. И поскольку мы занимаемся коровами, то, соответственно, мы зависим от коров, от того, насколько коровы будут производить. Вот. И мы вообще-то лесные жители, поэтому почему бы нам не поклониться вообще Говардхану? И вообще дожди идут, проливают свои воды на всех. Мы не видим никогда, чтобы моря совершали жертвоприношение Индре, но тем не менее дожди идут над морями, над горами, над местами, где даже ничего не растет, там идет дождь. Если бы все зависело от жертвоприношения, то тогда дожди бы лили только на тех, кто совершил жертвоприношение. Но дожди идут для всех. Поэтому при чем тут Индра вообще? Поэтому давайте лучше поклоняться Говардхану. Он дает нам все для нашего служения. Он дает самую лучшую траву. Вот. И давайте лучше поклоняться. Возьмем все то, что вы приготовили, и предложим это Говардхану. И Кришна начал объяснять, как это сделать. То есть давайте приготовим множество блюд, всякие пироги, вот, рис там. В общем, сейчас увидите. Да, все. Халаву, кхир, там разные блюда в большом количестве. Вот, Бриджабаси на самом деле копали большие ямы, застилали их соломенными такими циновками и наливали целые озера, кхир, озера там, йогурт, масло, ну в общем, все. До сих пор в том месте, где была эта ягья, то есть там, где было подношение, она Кутакшетра называется, там буквально километра, наверное, полтора или два занимало это место, где было выложено все эти вот подношения для Говардхана. Это было огромное количество, то есть все, что готовили.
там до сих пор такие волнами так земля около Говардхана. И как нам объяснил Бхактичитани Махарадж, что это остались ямы еще с тех времен. Вот они копали, да, туда заливали. Да. Вот. И пастухи, когда они послушали Кришну, они, поскольку Кришна это смысл их жизни, и Кришна еще так аргументированно все объяснил, и он такой сладкий, очаровательный, они сказали, ну хорошо, хорошо, да, давайте так и сделаем. И все, и они пошли, да, к Говардхану, начали все это раскладывать. Вот. Неожиданно появилась огромная фигура. Кришна сам, да, Кришна наставлял пастухов. Вот. А теперь сложите ладони и произнесите: «О, Говардхан, пожалуйста, прими эти подношения». Все поборожились, молились, и вдруг они увидели на горе огромную фигуру. И Кришна стоял и здесь. Кришна там принял форму Говардхана, и здесь. И Кришна говорит: «Смотрите, это же сам Говардхан! Вы когда-нибудь видели, чтобы к вам Индра приходил, когда вы ему подношение делали? Никогда такого не было. А Говардхан сразу явился, я же вам говорил. Надо было сразу, да, надо поклоняться Говардхану, видите? Говардхан какой могущественный, он может любого лесного жителя уничтожить. Надо удовлетворить его». Вот и все в Раджавасе со слезами на глазах начали, да, предлагать эти подношения. Говардхан начал протягивать огромные руки, это был сам Кришна в форме Говардхана, да, и ложил себе в рот, огромный рот. Когда все съел, он вытянул руки и сказал: «Аньор!» Да. Еще! До сих пор есть деревня Аньор, около подножья Говардхана, место, где это произошло. Бриджабаси побежали, да, жители побежали. Вытаскивать все, что у них еще дома только было, притащили это все, что-то приготовили, что-то, в общем, опять дали это Говардхану, он опять все проглотил, опять «Аньор!» И сказал: «Ничего нет уже, как, что быть?» Все на Кришну посмотрели, Кришна шепнул Нанди Махараджу: «Туласи надо предложить». Нанди Махарадж взял, да, горсть листочков туласи, цветов, положил это на огромную руку Говардхана, тут закинул и улыбка, да, появилась на его лице, да, удовлетворенная, и все закричали: «Харибол, Гирирадж Махарадж ки!» Да. Потом, да, в соответствии с наставлением Кришны, все, одевшись в праздничные наряды, с киртаном, да, обошли Говардхан, попировали очень хорошо, да, то есть все. Такой праздник был, все в таком восторге были, все подумали: «Какой... как же мы раньше такое не делали, да? Такой классный праздник! Вау!» Все в полном восторге были от этого фестиваля. Но этим все не закончилось, как Шрила Прабхупада пишет в комментарии, комментаторы пишут, да. Несмотря на то, что Говардхан Пуджа прошла в веселой и праздничной обстановке, этим дело не закончилось. Получив известие о Говардхана Яге, Индра, обладающий необычайным могуществом, страшно разгневался. О том, что за этим последовало, рассказывается в следующей главе. Да, Индра получил известие. У Индры тоже есть свои шпионы. Доложили ему, что та ягья, которая готовилась для твоего удовлетворения, была перенаправлена к какой-то горе вообще. Все послушались какого-то мальчишку Кришну. Эти Враджаваси, то есть они вот так поступили. Индра подумал: это разрушит всю вселенную, такое поведение, надо установить порядок. Они забыли, кто здесь является, да, управляющим. Я уполномочен самим Кришной, самим Господом, да, то есть Нараяны. Они послушали какого-то пастушка. Да, сейчас я им покажу. Итак, Шукадева Госвами сказал: «Мой дорогой царь Парикшит, когда Индра понял, что же это приношение в его честь отменено, он страшно разгневался на Махараджа Нанду и других пастухов, поминовавшихся Кришне». В комментарии говорится, что в самом начале этой главы Шукадева Госвами показывает, сколь глуп был Индра и сколь нелеп его гнев.
Индре не понравилось, что жители Вриндавана избрали Шри Кришну своим господином. Однако полубог упустил немаловажную деталь, что Кришна и есть господин, то есть верховный повелитель. Не только жители Вриндавана, но и всего сущего, включая самого Индру. Таким образом, разозлившись, Индра выставил себя на посмешище. Как гласит пословица, спесь в добро не вводит. Итак, разгневанный Индра послал вперед облака Самвартака, уничтожающие Вселенную. Возомнив себя верховным повелителем, он изрек следующее. Индра сказал: «Только полюбуйтесь, как опьянены своим богатством эти пастухи, живущие в лесу. Приняв покровительство Кришны, простого смертного, они нанесли оскорбление богам». И в комментарии говорится, что, конечно же, Индра имел в виду не богам, на самом деле, он имел в виду, что его оскорбили. И в комментарии тоже об этом говорится, что, конечно же, Индра имел в виду, что пастухи оскорбили его самого, последовав наставлениями Кришны, которого Индра считал простым смертным, Мартья. Однако в этом Индра жестоко просчитался. Да, тоже интересный как момент иногда, да, преданного может охвачивать такое. То есть мы должны быть очень осторожны, чтобы эта Ишвара Бава, она не захватила наше сознание, иначе мы окажемся в таком же глупом положении, как и Индра. Это иногда бывает, даже в семьях бывает, кого-то может охватить Ишвара Бава в семье, начнет от имени Кришны, да, ставить всех на место, или он, или она. По-разному бывает. И ту, и другую сторону может охватить Ишвара Бава. А вот это Ишвара Бава или Ишварамана, да, то есть умонастроение Ишвары, это является очень опасным умонастроением. И здесь как раз эта лила помогает преданному разоблачить в своем сердце такое умонастроение и избавиться от него. На самом деле, я здесь просто слуга. Вот это нужно все время вспоминать. Если я начинаю отождествлять себя с каким-то повелителем, кто бы это ни был, это может быть и там старший повар, старший пуджари, не знаю, старший еще кто-то, даже глава семьи, то есть, ну, с разными мы постами себя можем отождествить. И когда что-то идет не по-нашему, нас это начинает раздражать. Да? Тут пошло все не по индровскому. Пошло, тут какой-то появился еще повелитель, они его послушали, какой-то Кришна. Смертные вообще, мы тут полубоги, да, то есть мы тут главные такие, а тут какой-то вообще непонятно. Кого вы послушали, да? Иногда преданные могут чувствовать какое-то вдохновение. Кришна может дать им вдохновение что-то сделать, но это может не понравиться, там, не знаю, старшему кухне или старшему пуджаре. Почему вы тут вообще устроили, да, то есть такой вот, начать устанавливать свои порядки. Но может оказаться в глубоком положении. Кришна может проучить. Нужно быть осторожным. Шрила Прабхупада, он воодушевлял преданных развивать такую чувствительность. И когда он видел, что преданные искренние, у них появляется вдохновение, и они что-то творчески проявляют, он принимал это как милость Кришны. Кришна дал им разум. То есть, что Прабхупада ценил это. Он никогда не говорил, что вы тут своеволием занимаетесь, да? То есть, я сейчас вам скажу, как надо. Нет, он наоборот обучал преданных, чтобы они были, ну, как чувствительны, да, развивали свое сознание Кришны, учились быть, ну, как, да, орудиями в руках Господа. Однажды преданные пришли к Шриле Прабхупаде, это были преданные распространители книг, и они решили, ну, порадовать Шрилу Прабхупаду. И сказали: «Шрила Прабхупада, мы организовали школу распространения книг». Шрила Прабхупада такой: «Что за школу? И что вы делаете?» «Ну, мы делим преданных на пары. Один из них играет роль распространителя книг, а другой – того, кому распространяют. Вот, и учим их, что надо говорить, как надо все это делать. В общем, техники учим распространения». И они думали, сейчас Шрила Прабхупада обрадуется. Шрила Прабхупада сказал: «Это не нужно». «Ну, Шрила Прабхупада, вы не поняли». «Нет, я все понял. Я говорю, что этого не нужно». На самом деле нужно обучать преданных, как быть искренними. И тогда Кришна изнутри им подскажет, что говорить тому или иному человеку в нужный момент.
Конечно, до какой-то степени нужно учиться тоже, как правильно книгу держать вообще и так далее, какие-то ну, самые начальные методы. Но в конечном счете при этом должен научиться быть искренним в своем служении, молиться, предаваться, а не просто действовать как робот, который вот по какой-то формуле делает, по прописанной действует. Вот. Иногда почему-то люди думают, что как совершенство менеджмента заключается именно в этом. Прописать правила до такой, до всех таких тонкостей, чтобы как бы там, знаете, вот, ну, шаг вправо, шаг влево невозможно было сделать, и тогда у нас все будет идеально. Вот больше всего, что Кришна не любит, это вот такое настроение. Сразу да, все разрушит. Конечно, какие-то правила необходимы, это понятно. То есть у нас есть какие-то правила, но и должно быть тоже место для вот этого предания, творчества преданных. Очень важно обучать их этому. Вот. И, соответственно, когда преданный получает ответственность за других преданных, нужно быть осторожным, да, чтобы не попасть в положение Индры, не пытаться слишком все контролировать и таким образом не попасть под влияние этой Ишварабавы, да, то есть не начать наслаждаться этим настроением, а чувствовать себя, да, смиренным слугой Кришны и Вайшнав. Вот таким образом преданный сможет правильно действовать. Итак, Индра продолжил. Приняв покровительство Кришны, они уподобились тем глупцам, которые пренебрегают трансцендентным знанием о своем подлинном «Я» и пытаются пересечь океан материального существования на утлой лодке ритуалов и жертвоприношений. То есть они делают какие-то пустые ритуалы, не понимая, кому надо вообще поклоняться, да, то есть все, пренебрегают шастрами. Эти пастухи пренебрегли мной, предпочтя мне Кришну, простого смертного, который мнит себя мудрецом, но на самом деле просто глупый, дерзкий и не в меру болтливый человек, болтливый ребенок. И в комментарии написано, что как пишет Шрила Чиддхарасвами, теми оскорблениями, что слетели с уст Индры, на самом деле богиня Сарасвати прославила Кришну. Часто так бывает, какой-нибудь демон оскорбляет Кришну, но богиня Сарасвати переводит, и до Кришны долетает прославление. Потому что санскритские слова можно и так перевернуть. И он показывает, да, как это произошло. Ачарья объясняет, то есть Чиддхарасвами объясняет. Балишам означает простосердечный, как ребенок. Стабдхам обозначает, что он не кланяется никому, потому что нет никого выше его. Аджан указывает на то, что ему больше нечего узнавать, так как он уже знает все. Пандита Манинан означает, что его почитают великие знатоки абсолютной истины. А Кришнам означает, что он сам Господь, высшая абсолютная истина, исполненная вечным сознанием блаженства. Мартиам же означает, что вопреки своему возвышенному положению абсолютной истины, Господь, движимый любовью к своим преданным, приходит в этот мир в облике человека. Так, на самом деле, он прославил Кришну. Итак, Индра хотел упрекнуть Кришну, назвав его Вачалам, поскольку Господь привел множество смелых аргументов в пользу философии, карма-мимансы и самхи, сам при этом не веря ни единому своему слову. По этой же причине Индра назвал Господа Балиша глупым. Кроме этого, Индра назвал его Стамбха дерзким, поскольку Кришна осмеливался давать наставления в присутствии своего отца. Таким образом, Индра попытался выискивать в Господе недостатки. Однако трансцендентный Господь безупречен и непогрешим. И в этой главе мы увидим, как в конце концов Индра осознал его положение. Так, обращаясь к облакам, уничтожающим вселенную, царь Индра сказал: «Богатство затуманило разум этих людей и сделало их гордыми, а Кришна подпитывает эту гордость. Идите же, сбейте с них спеси, а заодно уничтожьте и их скот». То есть уничтожьте всех их коров. «Я последую за вами во врач на спине моего слона Айраваты в окружении стремительных и могучих повелителей ветров, чтобы стереть с лица земли пастушищую деревню Махараджи Нанды».
Шукадева Госвами сказал по приказу Индры, облака, несущие уничтожение Вселенной, вырвались на волю раньше времени и двинулись к пастбищам Махараджа Нанды. Достигнув Раджа, они обрушили на его обитателей бесконечные потоки воды. Вода, казалось, текла везде. Обычно, когда идут дожди, вода течет по низинам где-то, да, то есть сверху стекает и по низинам. Но там, поскольку сплошной был поток воды, везде вода текла и по вершинам, и по низинам. Подгоняемые разными богами ветра, облака сверкали молниями, ревели от грома и обрушивали на землю град. Облака проливали струи дождя, тяжелые, массивные, словно колонны. И земля погрузилась в воду так, что невозможно было разобрать, где возвышенность, а где низина. Коровы и другие животные, дрожащие от проливного дождя и пронизывающего ветра, а также пастухи, их жены, окоченевшие от холода, бросились к Господу Говинде, прося его о защите. Содрогаясь от ужаса, в который их поверг проливной дождь, и пытаясь спрятать свои головы и телят под своими телами, коровы приблизились к верховной личности Бога, ища прибежище у его лотосных стоп. То есть очень интересно. Наступила сложная ситуация, и все побежали к маленькому Кришне просить защиту. Это Вриндава, да, вот такой. Ну, есть, конечно, внешнее объяснение этого. Сейчас это приведется, почему они так делали. На самом деле, это была их спонтанная, да, их преданность. Они всегда зависели от милости Кришны. Итак, пастухи и пастушки обратились к Господу с такими словами. «О, Кришна, Кришна, о, удачливейший! Пожалуйста, спаси корову от гнева Индры! О, Господь, Ты так любишь своих преданных, так спаси же и нас!» Видя, что обитатели его родной Гокулы теряют сознание от ударов града и порывов ураганного ветра, Верховный Господь Хари понял, что все это дело рук разъяренного Индры. Господь подумал, из-за того, что мы оставили предназначавшееся для него, остановили предназначавшееся для него жертвоприношение, Индра наслал на нас этот не по сезону свирепый дождь с ураганным ветром и градом. Своим мистическим могуществом я избавлю всех от стихийного бедствия, посланного Индрой. Полубоги, подобные Индре, слишком гордятся своим богатствами и по глупости мнят себя повелителями Вселенной. Теперь пришло время избавить их от невежества. Так как полубоги наделены гуной благости, они должны быть свободными от ложных представлений о себе, как о Боге. Сбиваясь спесь с тех, в ком не осталось благости, я хочу только одного – принести им облегчение. Да, на самом деле Кришна избавляет своих преданных от гордыни, если это происходит. На самом деле Он проливает на них таким образом милость. То есть Он не просто их проливает милость. Господь Читали это делал постоянно на Мадвипе. То есть первые годы игр Господа Читания – это были годы разрушения гордыни в сердцах жителей Навадвипы. Там было очень много гордых ученых, всякие батачари, там, не знаю, в общем, разные батачари, да, то есть такие титулы. И они гордились своими познаниями. И Господь Читания, маленький немай бандит, подходил к ним и говорил: «Я хочу поспорить с вами. Расскажите мне, в чем, какое, что имеет, какого значения вот такого-то слова». И человек цитировал в ответ из Писаний. Господь Читания говорил: «Нет, это неправильно, на самом деле это вот так». И цитировал что-то другое, потом говорил: «И это тоже неправильно, на самом деле это вот так». Потом: «Это вот так». В конце концов, те, кто его слушал, они уже думали: «Так, как они уйти вообще, у них по тебе, у них потихоньку, да, их». Они все более и более смиренными становились внутри. И потом Господь Читания сладко им улыбался. После того, как гордыня была разрушена, он сладко улыбался и говорил: «Ну, на сегодня мы можем закончить, потом еще, да, еще в следующий раз пообщаемся». Человек уходил и думал: какой все-таки он сладкий вообще. Когда гордыня человека разрушается, человек может увидеть Кришну, почувствовать его сладость. Если же гордость охватывает сердце человека, гордость отделяет человека от Кришны. В этом проблема.
Поэтому Кришна, чтобы помочь своему преданному, он освобождает преданного от этой гордыни. И здесь Кришна, собственно, да, решил облегчить эти страдания. То есть истинные страдания, подлинные страдания возникают из-за того, что причина, вернее, страданий, которые человек испытывает, это происходит из-за того, что он отделился от Кришны. Гордыня, так или иначе, да, проявилось сердце, произошло отчуждение от Кришны. И это есть причина, глубинная причина страданий. Поэтому Кришна подумал, я освобожу их, принесу им облегчение от этой гордыни. Поэтому, пустив в ход свое мистическое могущество, я должен защитить пастухов, ведь у них нет иного прибежища и господина, кроме меня. Они моя семья. В конце концов, я же обещал всегда защищать своих преданных. Сказав так, Господь Кришна, сам Вишну, одной рукой поднял холм Говардхана так же легко, как ребенок поднимает с земли гриб. Да. Некоторые из ачарьев описывают это подробнее, как это происходило. Кришна, рядом с ним были мальчики-пастушки, они говорили: «Кришна, зачем ты отменил эту Индраягью? Смотри теперь, что происходит! Сколько дождя идет! Как теперь вот это все, как решить эту проблему?» Кришна сказал: «Ну, когда идет большой дождь, нужен просто большой зонтик». «Где ты возьмешь такой зонтик, Кришна?» «Ну, например, вот это, если поднять этот Говардхан, то под ним можно поместиться». Знаете, как ребенок рассуждает: «Ну, зонтик, да, поднимем Говардхан». Мальчики сказали: «Какой Говардхан? Ты что, Кришна, как ты его поднимешь?» «Ну, сейчас возьму и подниму». И мальчики начали сомневаться в силе Кришны. Кто-то из мальчиков сказал: «Кришна, вчера я тебя положил на лопатки. Вот, в борьбе ты проиграл мне. Но даже я не могу поднять этот холм Говардхан. Как ты его подымешь? У тебя есть, что ли, сила?» Кришна подумал, как же им показать. Да? И он увидел растущее дерево, два ствола дерева. И он взял и закрутил в косичку эти два ствола дерева. И мальчики подумали: «Ничего себе, Кришна, оказывается, сильный». До сих пор во Вриндаване, в одном из храмов, неподалеку там от Говардхана, хранится кусок дерева, скрученного в эту косичку, остаток того самого дерева, который Кришна скрутил. Потом Кришна забежал в пещеру под Говардхан. Мальчики смотрели, что сейчас будет. И вдруг произошел такой страшный треск. Вся вселенная, треск, отделение горы. И все планеты вселенной содрогнулись. Даже на Паталалоке, на самых низших этих планетах вселенной, демоны, они вздрогнули от ужаса. Когда Кришна поднял холм Говардхан: «Что это за звук был такой?» Так, Кришна, играючи, да, забежал в пещеру, он там поднял Говардхан, поднялся на камень, и Говардхан повис как зонт. И, конечно же, во враже очень много живых существ. То есть там только у Нандамахараджи 900 тысяч коров. Представьте, какую площадь они занимали. 900 тысяч коров. А еще другие пастухи были, у них тоже масса коров. А еще всякие олени, зайцы, там, не знаю, птицы, то есть много-много живых существ, люди, как они поместятся под этим Говардханом. Но когда Кришна поднял холм Говардхан, Говардхан пришел в экстаз и начал расти на его руке и вырос до достаточных размеров, что туда, да, поместились все жители Вриндавана. Итак, затем Господь обратился к пастухам: «Матушка, отец! Жители Враджа, если вам угодно, можете зайти под этот холм вместе со своими коровами. Вы не должны опасаться, что я не смогу удержать эту гору на своей руке. И, пожалуйста, не бойтесь ветра с дождем. Можете считать, что вы уже спасены». Успокоенные Кришной, все они зашли под холм, где было достаточно места для них самих, для коров, повозок, слуг и для браманов-жрецов, а также всех остальных членов общины.
Позабыв о голоде и жажде, не думая о самом себе, Господь Кришна стоял там в течение 7 дней, держа на руке огромную гору, а жители Враджа все это время не сводили с него глаз. Каждый обитатель Враджа, он мечтает быть с Кришной все время. Но так не получается. Встреча и разлука — это два берега, говорится, между которыми течет река Према. Поэтому иногда Кришна вместе с ними, иногда он уходит к другим преданным. Когда он с мамой Яшодой и Нанда Махараджем, они наслаждаются, да, общением с Кришной. Но потом он уходит пасти коров с мальчиками-пастушками, и мама Яшода с Нанда Махараджем погружается в страшную разлуку. Вот гопи тоже в этот момент с разлуки, но уже предвкушают, что скоро Кришна к ним тоже придет. Когда Кришна уходит к гопи, мальчики-пастушки остаются одни, ищут Кришну, разлуки, не могут ни играть, ничего делать, если Кришны нет. Вот. Так Кришна то с теми преданными. Но когда он поднял Хом Говардхан, и все преданные вошли, все коровы вошли, все имели возможность одновременно общаться с Кришной, посылая им прекрасные взгляды, улыбки, вот, посылая свою любовь в соответствии со своим вкусом любви. Друзья смотрели на него. Какой у нас друг вообще? Супер! Кришна такой! Кришна поднял, Матхумангал говорил, Кришна поднял этот холм. Знаете почему? Потому что я браман, и я его друг. Я же не зря повторяю могущественные мантры. Посмотрите, Кришна какую силу обрел благодаря моим мантрам. Да, то есть, так мальчики переговаривались. Мама Яшода смотрела на него и смотрела, и думала, Кришна, Кришна так похудел. Кришне надо покормить, да, то есть он хлопотал, в общем, как мать вокруг него. Гопи бросали любовные взгляды, особенно взгляд Шримати Радхарани, пронзил сердце Кришны, вот, и Кришна зашатался. Хоп, Вархана, все такие, да, потом мы начали палками поддерживать, это все. Так, да. Так разные преданные, в зависимости от их отношений с Кришной, они обменивали себя любовью, и 7 дней пролетело как одно мгновение. Они даже забыли про еду, да, то есть про сон, просто они были в полном самадхи, такого любовного обмена с Кришной. Это принесло огромное блаженство всем жителям Враджа, что они прославляли потом Индру, сказали: «Индра, спасибо тебе большое, ты такую вообще устроил, да, такую лилу устроил, спасибо большое». Поэтому иногда вайшнавы говорят, что кто как бы, ну, больше оскорбления совершил, Индра или Брахма? Индра, он хотел убить всех жителей Враджа, да, то есть наслал эти дожди, вот, а Брахма, кто получил больше, так сказать, милости или больше наказания? А Брахма, он украл телят, пастушков. Но благодаря Индре преданные объединились, встретились с Кришной, а благодаря Брахме они разлучились на целый год. Поэтому, соответственно, Брахме было худшее положение, хотя, казалось бы, да, разные как бы совершенно даже настроения. Брахма просто хотел проверить силу Кришны, тогда как Индра он хотел всех уничтожить. То есть это, конечно, оскорбительно очень. Увидев столь необычайное проявление мистического могущества Кришны, Индра был потрясен. Он понял, что проиграл, и посрамленный приказал облакам остановиться. Увидев, что дождь и ветер утихли, небо расчистилось, и на нем засияло солнце. Господь Кришна, поднявший Хом Говардхана, обратился к пастухам с такими словами. То есть там на самом деле что происходило? Все 7 дней молнии били по Говардхану, но ни один камень даже не слетел с Говардхана. Более того, ачарьи описывают, что разные животные, птицы, которые, ну, обычно на Говардхане, они так продолжали оставаться наверху Говардхана, и дождь вообще не коснулся их, он как будто бы Говардхан был как будто бы под куполом. Вот, некоторые из ачарьи говорят, что Кришна выпустил свою Сударшану чакру, она летала и испаряла воду, чтобы она не затопила все вокруг. А Ананташеша лег своими кольцами вокруг Говардхана, кольца на кольца, сделал такой, как забор, чтобы вода не затекала под Говардхан. Так они служили.
Поэтому после 7 дней, обычно молния Индры может просто порошок стереть, любую гору. А тут как бы столько молний. И Говардхан хоть пахны. На 7-й день до него дошло, правда, только, что что-то тут не то. Наверное, Кришна действительно, наверное, он Верховный Господь. Боже мой, как я... Что же я наделал? Да, то есть Индра начал, да, почувствовал стыд. Это то, что, да, может произойти тоже с преданным в каком-то любом другом служении. Ишварабава всегда приходит, приводит к позору потом. Если человек проявляет Ишварабаву, гордыню в своем служении, это приведет его, да, Кришна так устроит, что он будет чувствовать себя, как Индра сейчас чувствует. Господь Кришна сказал всем жителям: «Дорогие пастухи, пожалуйста, выходите наружу вместе со своими женами и детьми. Возьмите свои скарб и ничего не бойтесь, дождь и ветер утихли, и вода в реках уже спала». Собрав всех своих коров и погрузив скарб на повозки, пастухи вышли из-под холма. Женщины, дети, старики потянулись вслед за ними. На глазах у всех Верховный Господь непринужденно, как будто бы особо ничего и не держал, непринужденно поставил холм точно на то же самое место, как тот всегда, где тот всегда и стоял. Все жители Вриндавана, охваченные экстатической любовью, подходили к Кришне, и каждый по-своему благодарил его. Кто-то обнимал его, кто-то кланялся и так далее. Пастушки поднесли Господу воду, смешанную с йогуртом и цельными зернами ячменя, как знак своего почтения, и осыпали его благословениями. Да, то есть это был день, когда каждый мог подойти к Кришне и поблагодарить его. Поэтому гопи, молодые девушки, они до этого еще не встречались с Кришной. Они только видели его на расстоянии, когда Кришна танцевал на головах змея Калия. Когда Кришна, да, то есть вот выходил пасти корову, они издалека наблюдали за ним и мечтали о встрече с Кришной, мечтали что-то сказать ему. То есть это время, когда Пурварага, то есть это начальная любовь в сердцах гопи пробуждалась. И в этот момент они воспользовались и подошли к Кришне и сказали ему, да, выразили ему свои чувства. Это... И в этот день никто на это не обратил внимания. Обычно, да, за девушками следят, чтобы они, да, не общались так свободно с юношами, особенно с красивыми. Итак, матушка Ишода, матушка Рахини, Махараджананда и Баларама, самый сильный из силачей, обняли Кришну и, охваченные любовью к нему, одарили его своими благословениями. О царь, в небесах все полубоги, включая ситхов, садхи, Ганхарву, Вичарнов, пели хвалу Господу Кришне и сыпали на землю цветы. Дорогой Парикшит, небожители громко дули в раковины и били в литавры, а лучшие из Ганхарва во главе с Тангу стали петь. В компании любящих его друзей и Господа Баларамы Кришна отправился к тому месту, где до этого пас своих коров. Юные пастушки возвратились по домам, распевая песни о том, как Кришна, глубоко тронувший их сердца, поднял холм Говардхана и совершил другие подвиги. То есть вся вселенная ликовала после этого. Вся вселенная праздновала фестиваль, кроме одного человека. Индра был темнее тучи. То есть он ходил и думал, что ж тебе делать, что ж тебе, чего не радуется вообще, что ж делать, да? Ходил туда-сюда. В конце концов он пришел в Брихаспати и сказал: «О, духовный учитель, что же мне делать? Я тут такое вообще сделал, на Кришну наслал облак тучи Самвартака, 7 дней. Пил». Брихаспати покачал головой и сказал: «Это серьезная вайшнава апаратха. То есть ты пытался убить самых близких преданных Кришны. Ты понимаешь, что это значит? Как ты отмоешься от этой апаратхи? Да ты можешь 100 000 лет совершать аскезы, и ты никогда не отмоешься от этого. Что же мне делать? Гуруджи, я не знаю, что тебе делать. Пойдем спросим Брахму у нас». Даже не знаю, надо Брахму спросить. Они пришли к Брахме, Брахма тоже покачал своими 4 головами. И сказал: «Да, вайшнава апаратхи, так невозможно избавиться от этого. Ты нас, конечно, сотворил ужасную вещь. Тебе повезло, что еще никто не погиб, благодаря Кришне.
если бы произошло самое ужасное, то это, конечно, было плохо. Но все равно это апаратха. Тот, кто даже не радуется встрече с вайшнавом, он совершает оскорбление, идет в ад. Да, то есть так описано в шастрах. Тот, кто не приветствует вайшнава, не выражает ему почтения, или хотя бы не радуется просто встрече с ним, да, совершает оскорбление. А ты наслал меня в тучи. Как ты вообще додумался такой, Индра? Что же мне делать? Помогите мне, пожалуйста. Да, Индра меня затрепетал. Он уже имел опыт, когда он оскорбил Брихаспати, и сколько ему пришлось тогда там пройти через какие перипетии, чтобы смыть эти оскорбления с себя. И теперь на тебе такую аппаратку совершил. И Брама тогда сказал, есть единственный способ, если какой-то возвышенный преданный попросит за тебя, то тогда Кришна, сердце Кришны может смягчиться, у другого нет варианта. Поэтому я советую тебе, Кришна очень любит корову Сурабхи, это его любимая корова, отправляйтесь к ней и просите, если она прольет на тебя милость и замолвит словечко о тебе, Кришне, то у тебя есть шанс. Так, Индра пришел к корове Сурабхи, начал плакать, просить ее. Корова посмотрела на него, как на ребенка, да, почувствовала материнскую любовь. И сказала, ну ладно, пойдем. Они пришли туда, к подножию Говардхана. Кришна шел с коровами, вот, около Говардхана. Сколько времени сейчас? Не опаздываем еще? Нормально? До пяти, да, мы сейчас. А, ну, как раз мы сейчас закончим. Вот, и Индра, да, Индра, соответственно, упал в дандавате перед Кришной. А Кришна прошел вообще, даже не глядя на Индру, прошел вообще, отвернувшись от него. Кришна был очень, гордыню, да, разрушал. Кришна был зол на Кришну, ой, на это, на Индру. И он подошел к Сурабхе, начал ее гладить. Сурабхе начала облизывать Кришну. Вот, и Сурабхи сказала, Кришна, этот Индра мне как сын. Он, конечно, глупый, полубог, царь небес, да, Индра. Но, пожалуйста, прости его, он все-таки твой преданный. Он больше не будет. И Кришна посмотрел на Индру и сказал, ну ладно. Пусть, да, пусть идет. Индра разбодрился сразу. Так, мы сделаем сейчас Абхишеку Кришны. Айравата, неси срочно воду с небес. Да, Айравата начал носить своим хоботом воду, зачерпывать там, чтобы чистую воду, даже не отсюда Гангу, а да, поднимался на райские планеты, зачерпывал в хобот и приносил, да, сливал воду. Там есть Айравата Кунда, есть Сурабхи Кунда, это место, где Сурабхи, так сказать. Просила, да, за Индру, где Индра был прощен. И рядом Айравата Кунда тоже находится. Сейчас можно эти озера посещать священные. Там было, собиралась вода для Абхишеки Кришны. И потом на другой стороне Говардхана вот, полубоги сделали, установили золотой трон. Все полубоги со всей вселенной собрались. Ну, основные, по крайней мере, полубоги были. Они начали проводить. Сделали Абхишеку Кришны, омыли его всеми благоприятными жидкостями. Так появилось Говиндакунда озеро тоже. Там можно и сейчас принимать омовение в этом озере. Чаринамриты Кришны. Вот там же они дали ему имя Говинда, Говинда. Это, конечно, вечное имя, но полубоги, да, у них. Говинда это защитник чувств и коров. Коровы браманов, да, то есть Кришна защитил. Вот они короновали его как верховного, теперь все понятно, кто верховный, провели пуджу, сам Брахма проводил арати. Вот. И после этого, да, они уже с благословения Кришны отправились обратно. Так Индра пережил это, да, этот трагический период своей жизни, получил важный урок, ну и преподал урок всем нам тоже. Мы должны всегда быть смиренными слугами, чувствовать себя в этом настроении, никогда не забывать,
что все, что так иначе происходит, происходит по милости Гуру и Кришны. Я лишь смиренный слуга. Это настроение, то, что может защитить нас от этой Ишвара Бхавы. Вот, и что бы ни происходило в нашей жизни, это настроение предания защитит нас от любых, да, от любых самых бедствий, даже если это будет разрушение Вселенной. Поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакур в своем комментарии к стиху Вьявасаятмика Будхир и Кеха Курнандана Бхакуша Хахьянам Паща Бхадхаев Явасайнам, что тот, кто в общем, тот, кто идет по этому пути, должен быть очень решительным, многовидный сразу, те, кто нерешительный. И Вишванатха Чакраварти Тхакур там написал этот знаменитый комментарий, который Шрила Прабхупаду вдохновил поехать на Запад. Шрила Прабхупада прочитал и почувствовал сильное вдохновение, да, выполнить указания такого учителя. Он пишет там, что самое важное для меня – это просто следовать указаниям духовного учителя. Для меня не важно, что происходит во мне, пусть даже эта вселенная разрушается. Я просто должен следовать указаниям своего духовного учителя. Когда Шрила Прабхупада это прочитал, он подумал, пусть даже эта вселенная разрушается, я должен просто выполнить указания духовного учителя, поехать распространять сознание Кришны на английском языке. Гирирадж Махарадж ки, Шрила Прабхупада ки, Нитай Гаура Премананде. Бхакти Бхагаватамрита Кешава Махарадж ки, Шрила Прабхупада ки. Было ровно половину. Сейчас у нас будет поклонение Гуру Вардхану. Что сейчас будет? Культурная программа. А, культурная программа сначала. Ну да, да. Жители Враджа там устраивали разные, да. Ну, да, сейчас мы посмотрим. И потом будет поклонение Хамуда Вардхану. Потом Гурарати будет. Мадараштака. И после этого еще поклонение Хамуда. Еще большая программа впереди. Холм еще не готов. Холм еще не готов. Ну, Индра уже льет дожди, да? То есть уже... За вчерашнего дня начал предвкушая, да. Что-то они затянулись, Гаврахана Пуджи, надо их, да, немножко подогнать. Спасибо большое. Пропал.